will be done. Завтракай, что ли? Да собирайся. Пора отрабатывать наше вознаграждение. Шевелись! Играем мы за молодого паренька. Ты явно никуда не спешил. Просто засмотрелся на твое ружье. Секунда другая, и пришлось бы тебе стелить мне постель с киркой. Ты слишком злобный, чтобы вот так запросто сдохнуть. Но в таком случае я горд тем, что тебе удалось перенять от меня все самое лучшее. Запомни, сынок, в этом мире на упрямстве можно уехать гораздо дальше, чем на индейском пони. А вот и вознаграждение. Пароход «Утренняя звезда». Жди здесь, я скоро вернусь. Принесла? Куда, говоришь, в сейф? Вот только я не знаю, что мне с ним делать. Что-то отец скрывает от меня. Что-то серьезное. Славная добыча, сын мой. Воистину Господь благословил тебя, наделив даром меткости. Я стараюсь, святой отец. Сон мой будет легок, ибо покой наш нынче в руках мужа великого. Хорошего дня вам, джентльмены! Если это священник, тогда я король Сиама. Присмотри за ним. А я пока пойду перекинусь словечком с лоцманом. Не нравится мне этот священник. Ну,
Отвечай, где он? Ты, мерзкая шлюха! И ты сохранишь жизни всем грешникам на этой посудине! Да будет воля твоя! Как чувствовала? Да. Давай! Да он не один. Убейте всех и найдите мне эту вещь! Надо найти Сэнни! Слишком поздно. Проповедник убил ее. Этот сукин сын у них главный. Послушай меня, сынок, у нас мало времени. Я сделал все, чтобы вырастить тебя порядочным человеком, но я всю жизнь тебе лгал. Котлы вот-вот не выдержат. Быстро возьми это. Это жетон из Альгамбры. Это бордель в Додж-Сити. Поезжай туда и спроси Дженни. Отец, я тебя здесь не оставлю. Ты, черт побери, о чем я тебе и толкую. Я тебе не отец. Что? Так Нед не отец. Вот оно что. Отец! Отец! Прыгай! Вот такое начало нашей истории. Ну что, преподобный, выполнены мои приказы? Еще как. А пропавшая вещь? К сожалению, она пропала, сэр. Ты подвел меня! Нет, сэр! Это все шлюха! Она упрятала ее в сейф, а тот ушел на дно вместе с пароходом, сэр! Это не оправдание. За все надо платить. Что же, вот, кажется, мы и знаем лицо нашего главного злодея. Это что за... А ну, верни. Я не хотел причинить тебе вреда, друг. Я-то думал, ты дохлый. Я же тебя целых три раза пнул. Ты кто такой? Друзья меня зовут Благочестивый Том. Мне нужно вверх по реке. На наш пароход напали. Утренняя звезда. Но это же было три дня назад. Ты оттуда? Ага. Мне жаль расстраивать тебя, друг, но все твои друзья погибли. Они убили всех и сняли скальпы с каждого мужчины, женщины и ребенка. Чертовы дикари! Нет. В какой стороне отсюда Додж-Сити? Через перевал. Примерно день езды до переправы. Лошадь продается? Что, торопишься? И правильно. Если бы у меня был жетон из Альгамбры, я бы тоже здесь не рассиживался. На вид ты человек азартный. Как насчет пари? Тебе повезло. Это мой последний рейс. Банда беглых апачей снова вышла на тропу войны. Они перерезали телеграфные провода и разрушили мост из Додж-Сити. И зачем им это понадобилось? Новая железная дорога между Доджем и Эмпайром. Она идет по их земле. Слушаю. Я ищу Дженни. Эй, Дженни! Откуда у тебя это? От одного парня по имени Нед Уайт досталось. Он просил разыскать тебя. Я помню Неда. Он здорово привязался к одной девчонке, работавшей здесь раньше. Сэдди. Вон ее портрет над стойкой. Сэдди мертва. Что? Откуда ты знаешь? Ты кто такой вообще? Нед был моим отцом. Их обоих убили на том пароходе к северу отсюда.
Пойдем наверх. Черт побери, девка! Сколько нам еще ждать, чтобы трахнуться по-человечески? Пока я не освобожусь. А пока уймись, ладно? Опрокинь стаканчик за мой счет. Ни черта, он вперед нас не получит! Пусти меня! Стоять, дура! Ну, давай, покажи, что ты можешь! Кажется... Подойди. Хочу тебе кое-что показать, пока не нагрянули остальные из красной руки. Это все твое. За ночь до своего отъезда Сэдди попросила меня сохранить это все для Неда. Бедняжка, по-моему, она была в него влюблена. Нед никогда не любил шестизарядники. Он предпочитал ружья и томагавки. Куда отправила Сэдди? Эмпайр Сити, Нью-Мексико. Ее переманили в новый бордель. Наобещали ей там всякого. Но она оттуда сбежала. Знаешь почему? Нет, но, может, узнаю. Как только дорогу откроют, я думаю занять ее место в Эмпайре. Назад! Жди здесь все дотла! Этот ублюдок замочил моего брата! Не сгореть сегодня. Ну давай, разберемся! Если ты на самом деле мужик! Ну, а мы я здесь хозяин. Нет, послушай. Нет, это ты это меня... Это дорога к Эмпайр-Сити? Была, покуда стремительный убийца ее не прикрыл. Одни чертовы кули остались. Короче, мне куда? На дальний конец моста, сынок. Китаёзам осталось доделать последнюю секцию. Я не хочу, чтобы их опять остановили. И это, парень, гляди в оба. Прошлой ночью индейцы стянули у нас ящик динамита. И, сдается мне, наверняка им воспользуются. Черт побери, парень, ну ты и стреляешь. Остальное пустяк. Ты прикрываешь дорогу, а китайцы ее доделывают. Тебе легко говорить. Косоглазые! Подъем! Теперь стремительный убийца хорошенько подумает, прежде чем снова полезет в драку. Суткин, этот дьявол никак не уймется! Благодаря тебе мы этот мост в мгновение ока откроем. Так что вы с Дженни можете собираться. Там впереди наверняка полно апачей. Сколько людей ты можешь отправить с нами? Только двоих, кучера и стрелка. Этого мало. Все, что есть. Остальные слишком боятся апачей. Там впереди наверняка полно апачей. Тогда обещай, что пустишь мне пулю в голову раньше, чем эти скоты до меня доберутся. Готово! Полезай! А бочка зачем? Стреляй по бочкам и убираемся! Хвала Всевышнему, вы здесь! Я уж не знал, что и думать. Мы угодили в засаду в пустошах. Надеюсь, все твои прелести на месте. Ты знаешь, как наши клиенты относятся к битым плодам? Благодарение Колдону, со мной все в порядке. Он там столько апачей пристрелил, кошмар.
Сынок, ты оказал Empire City большую услугу. Я буду Браун. Если тебе вдруг понадобится помощь, смело обращайся. Я кое-кого здесь ищу. Я сказал ему, что ты сможешь помочь. Конечно, конечно. А послушайте, отчего бы вам пока слегка не проветриться, прогуляйтесь по городу, осмотритесь, а потом милости просим ко мне. К черту эту лживую скотину! Гнусные негодяи. Ну никакого уважения к закону. Не иначе как Худу разыскиваешь. Проходи. Заходи, парень. Мы тут как раз собирались по обыкновению все обсудить, прежде чем отправляться в город. Я вижу, с Рудабо ты уже познакомился. Это Джей Джей Уэбб, моя вторая правая рука. Ну а теперь можешь поведать нам о том, кого ты разыскиваешь. Его зовут Рид. Джезайя Рид. Зачем он тебе? Это мое дело. Хм, ясненько. Вот что я тебе скажу. Такому стрелку, как ты, у меня дело найдется. Что если ты пока примеришь этот значок, а я, в свою очередь, подумаю, нельзя ли чего поразнюхать насчет твоего Рида? Подумай, как будет славно, когда этот скунс объявится здесь снова, а на твоей стороне уже будет закон, а? Властью, данной мне штатом, произвожу тебя в констебли Empire City. Чавес в городе, сам видел. Что здесь происходит? В городе показался главарь мятежников. Если вам, парни, удастся его изловить, это станет нашим наиважнейшим шагом. Вперед! Чавес где? Так что ушел. А до этого он разговаривал вон с теми двумя. Well, I don't know, man. This here problem's getting pretty big. If the Apaches don't start pulling this thing together, I don't know what we're gonna do. Закон! Я должен предупредить Клея! Блин, надо догонять. Давай, 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 беги, беги. Пожалуйста, не убивайте нас! Отпустите нас! Похоже, Чавеза мы упустили. Эй, что делаешь? У них же не было оружия! Чушь! У мексиканца была пушка, разве не видел? Я видел это своими глазами. Советую поумнеть, если хочешь остаться в живых. Ты, не моргнув глазом, убил этих людей. Я доставлю вас к Худу. Дубина ты неотесанная. Кто же, ты думаешь, нами командует? Худу развел тебя и твою шлюшку как по нотам. Руки не опускать. И что ты думаешь делать? Убить нас обоих? Слышь, Рут, кто ж тогда здесь убийца? Парень. Думал, что я еще одна твоя чертова кукла, так что ли? Тише, 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 парень, ты что? Кто тебе это сказал? Уэбб и Рудабо, прежде чем я порешил их. Они мертвы? И ты на очереди. Парень, послушай. Проповедник, которого ты ищешь, сейчас вон в той комнате с Дженни. И я как раз пошел за тобой. Лжец. Дженни! Тублюдок, а? Нет! Твою мать. Сукин ты... Тварь. Вот подонок. Так это один из тех, с парохода. Да. Тащите его сюда. Такую шлюху в расход пустил. И все ради того, чтобы понять, кто ты. А ведь я едва ушам своим поверил. Нед Уайт и вдруг жив после стольких лет. Ну, теперь он точно мертв, и ты скоро к нему присоединишься.
Сдернуть его на рассвете за убийство девицы. Вот уроды. Еще и подставили. Из худу мог бы выйти хороший кузнец, а? Тебя сюда за что? Сжег его печатный станок. Сам же видел. Тонкая акция протеста, чтобы заткнуть рот тирании. Это скользкий. Он образованный. А его за что? Это у нас такая игра. Они сажают меня под замок, а я удираю. А ты, друг мой, чем ты навлек на себя недовольство властей? Убил Уэбэя Рудабо. И Худу я тоже убью. И проповедника, и этого хряка одноглазого, на которого они тут работают. Это Томас Магрудер. Железнодорожный магнат. Он скоро всех подомнет под себя. Мы до Апачи, единственные, кто еще хоть как-то сопротивляется. Считайте, что я тоже в деле. Дайте только выбраться отсюда. Прошу прощения, джентльмены, но дальше я пас. Влечет меня чудесный климат Доджа. Счастливо, Скользкий. Удачи. Не стреляйте, парни! Это порт! Порт! Рад тебя видеть! Здорово же тебе досталось! Они мне по первое число вломили. Этот самый парень меня оттуда и вытащил. Порт, ты что, ослеп? Это же один из парней Худу. Обыщи его! Мы видели их вместе перед отелем. Нет, Клей, он в порядке. Он убил Уэба и Рудабу. Что это за, черт побери, такое? Ты знаешь этого человека? Это мой отец, Нед Уайт. Вранье! Я служил вместе с Недом. Он погиб в бою 10 лет назад. Ты ошибаешься, друг мой. Мы с Недом охотились у скал с самого моего детства. Неда убили всего несколько недель назад. Клей! Он ищет Томаса Магрудера, так же, как и мы. Я проследил путь человека, который виновен в смерти Неда, до Эмпайра. Похоже, он работал на Томаса Магрудера. А, я так понимаю, ты хочешь поквитаться с Магрудером, верно? И со всеми его наемными ублюдками. Добро пожаловать в сопротивление. Можешь быть уверен, после твоего побега они превратили Эмпайр в... Эй, Клей, ты как раз вовремя. Коул, не пособишь мне с этими пороховыми бочками? Пока я буду выгружать их, будь так добр, оттащи их вон к тем скалам. Думаю, тебе стоит взглянуть. Оу. Похоже, не вас одних сгоняют со своей земли. Держу пари, Макгрудер использует их вместо рабов. Выводи их оттуда. Они хотят пить. Дайте им напиться. Вот дерьмо. Так отведи их домой. А теперь я многих освободил. А где это ты так выучился трещать по их? Черт его знает. Я вроде как его слова понимаю, а сам ничего сказать не могу. Ладно. Пора нам вернуться в лагерь и обсудить дальнейшие действия. Ого! Ну и ну. Очень признателен. Очень-очень признателен. Хорошо, когда все хорошо, правда? Может, последний раз гуляем, пока Макгрудер не заявился? Когда я разговаривал с этим одноглазым мерзавцем, он сказал, что знал Неда. Это правда? Парень, во время войны Макгрудер нами командовал. Ты шутишь? Как это, Клей? Расскажи.
Это случилось в конце 64-го. Конфедераты были в отчаянии. Макгрудер убедил Ричмонда отправить нас в секретной миссии. Он хотел найти Куеверу, древний город золота. Ходили слухи, что один белый из местных был в этом потерянном городе. Нед нас с ним познакомил. Доктор Кэмпбелл, полагаю? Майор Макгрудер, Техасский кавалерийский полк. Если вы охотитесь на федералов, майор, то вам здесь делать нечего. Я не охочусь на федералов, доктор. Капрал Эллисон! Где крест? Не знаю, о чем вы говорите. Что он сказал? Он сказал, что когда-нибудь ты найдешь то, что ищешь, и этот день станет для тебя последним. Господи, Том! У меня нет времени на игры, доктор. Том, мы так не договаривались. Нашел! Ну, наконец-то. Сукин ты сын, этот крест не принесет тебе удачи. Нет, так дело не пойдет. Это он озверевший. С ума сойти. Если бы я не испугался, как Нед, Макгрудер сейчас бы горел в аду, а не занимался своими адскими делами здесь, у нас. Ты хочешь сказать, он до сих пор ищет Куеверу? Война кончилась, но миссии его нет. Для него это как святой Грааль. Клей, перед смертью Нед сказал мне, что он мне не отец. Ты что-нибудь об этом знаешь? Нет, парень. Хотя Нед никогда не переставал меня удивлять. Клей, ополченцы Макгрудера, не меньше 20 всадников. Вперед, я прикрою из Гатлинга. Боже, вы только гляньте, как они драпают. Они взяли Клея, там, в горах. Они везут его в Empire City. Но все, нам всем хана. Чушь собачья. Теперь у нас есть гаубица и пулемет Гатлинга. Бестолку, парень. Теперь они точно знают, где мы. Теперь мы поступим вопреки их ожиданиям. Нападем сами. Черт побери, парень. Ты такой же псих, как Клей. Джонс и Деккер ухитрились оттащить эту гаубицу в ущелье чуть севернее Эмпайра. Так что атака начнется, как только мы к ним присоединимся. Поехали, парень. Мы уже опа... Худу все утро стягивал людей в город. Сейчас у него, наверное, уже человек 30. Сейчас у него станет на 30 меньше. Я покачу пушку, а уж вы, парни, прикрывайте меня, пока я не доползу до места. Вот урод, а? О, боже ты мой! Какая мерзость! Похоже, кто-то из твоих ребят надумал всех спасти. В следующий рассвет все они у меня будут встречать на виселице. Ха, так это все. Прошу тебя, парень, отпусти меня. Проси все, что захочешь. Я хочу кое-что уточнить. Начнем с парохода. Почему на него напали? Говори, пока я не вышиб тебе мозги. У макгрудеровской шлюхи было что-то, зачем он охотился. Сэдди. Так что, говоришь, у нее было? Я не знаю. Это было известно только проповеднику. Макгрудер приказал ему вернуть это. На чертова стерва спрятала эту вещь в лоцманском сейфе, а потом рванули котлы, и он ушел на дно вместе с кораблем. Там воды футов на 10, тебе до него не добраться. В эту пору года обычно начинают таять снега, так уровень воды на добрую дюжину футов падает, а то и поболе. Спасибо, Худо. Ах ты, сукин ты сын! Ха! Что-то не видно, чтобы горожане бросились вам на помощь.
зовут Удо Браун! Ты им был. Скатертью дорогу, свинья. Ну что же, злодей на камеру. Болтают, что у нас тут вакцину от оспы слегка попёрли. Дентон, ты? Что случилось? Повстречался, блин, тут с группой выдающихся граждан. А ты чего так быстро вернулся, парень? Дружка еще. Одного проныру по кличке Скользкий Дженнингс. Ты его не видел? Может, еще и застанешь его. Он уезжает. Люк Шорт со своими дружками только что собрались его вздернуть. Можно сказать, что... Это я основал Empire! Мексиканцы там просто сортир устроили, пока я не поставил мэром Худу! Где этот парень сейчас? Его буквально на днях видели в Додже. Говорят, он спас там какого-то медвежатника и двинул с ним на север. Ему нужен сейф. Эти наемники наверняка его вернут. Этим предателям нельзя доверять. Ты потерял, ты возвращай. Теперь иди. Будет сделано, сэр. Хм, злодеюка. Ну, значит, скоро с ним встретимся. Ну, пошли со мной. Знаешь, парень, один вид твой уже успокаивает. Да брось, Скользкий. Если бы ты не был мне нужен, я бы скорее дал им закончить начатое. Золотишко выкопали, но можно и дальше идти. Надо один расковырять. Улавливаешь? Это моя прямая специальность. Где он? В верховьях реки Миссури. Скользкий, следи за тропой. Если кого увидишь, сразу кричи. Черт. Нельзя подобраться к месту крушения без того, чтобы нас не заметили из форта. В чем проблема? Никто не должен знать, что мы здесь. О-оу. Мы опоздали. Белые люди здесь только двух сортов. Солдаты и бандиты. Поскольку я ничего синего на тебе не вижу, значит, ты либо бежишь от неприятностей, либо собираешься устроить их нам. А теперь стволы сюда. Вот гад, мои чудесные стволы. Отличное ружье. Где ты его нашел? Вырвал из холодных пальцев одного белого дурака. Вот оно что. Это ружье его отца. Уж я-то его запомнил. Сержант Холлистер. Тот самый сукин сын, что заправлял бойней на пароходе. Присоединяйся. Хочешь, возьми себе скво. Сержант, он здесь. Пусть войдет. Но если кто из вас тут дёру дать надумает, прирежу обоих. А из кишков ваших тетивы навью. Мы идем к пароходу. Если кто-нибудь появится, просто расстреляйте его из пушек. Пошли, Макгрудер нервничает. Это же Рид. Видать, тоже за этим сейфом охотится. Пора выбираться из этого ада. Он рассказывает, как я заработал это ожерелье. Дело было летом, годков уже 10 тому.
Как-то утром я покинул лагерь и отправился поохотиться. Свяжу себе, значит, бычка небольшого, и тут сзади на меня прыгает кугуар. Проклятая кошка мне когтями всю рожу разодрала, пока я ей глотку не перерезал. Нед меня разыскал тогда, подштопал, как умел, но... В общем, неделю я болтался между жизнью и смертью, пока шаман черноногих не вытащил меня оттуда. Нед потом сказал, что после той истории я здорово переменился. Выходит, ты черноногим жизнью обязан? Есть способ вернуть былую славу. Надо уничтожить форт со всеми, кто в нем находится. Разобьем их первыми. Тогда форт станет уязвимым. И я знаю, как это сделать. Скользнул! Матаксика Мутауа! Холлистер должен умереть. О-оу. Тебе никогда меня не убить. Да что? Есть! Ничего себе, долбанный суицидник. Ицукапи, кина, онамай, китайна, ано. До свидания, друг мой. Пойдем, скользкий. Вот и наш пароходик. Чё-то я затупил. Соупи, пора за работу. Готово, парень. Прошу. Вот она. Спасибо за то, что избавили меня от лишних трудов. А то пришлось бы самому в замке ковыряться. А теперь давай это сюда. Бежим! Ох ты! Ничего себе у него лошадка! Да, у настоящего злодея должна быть и лошадка злодейская. Чё? Моя нога! Ты же не можешь, Реви! Я ведь безоружен. Если убьешь меня, то на твою душу падет тоже проклятие, что и на мою. Это за Дженни. О, да. Это было жестоко. Но с бешеной собакой только так и разделываются. Испанская вещь, 16 век. Написано по латыни. Но это не все. Здесь должен быть еще кусок. Я знаю, где он. Пошли. Да, он у того самого индейца, но отдаст ли он просто так его? Эта вещь. Она тоже у него?
Объявите награду за голову этого пацана. Любую, все равно сколько. Я хочу, чтобы каждый охотник за головами, каждый наемник, каждая змея на западных территориях искала этого сукина сына. Я никому не позволю встать на пути моей судьбы, понял? Никому! Ни федеральному правительству, ни апачам, ни придурку с шестизарядником! Кажется, у него слишком много амбиций. Я видел... О, господи. О, прошу прощения. Да, это просто ужасно. Ты их так и оставишь? Их оставили здесь в качестве предупреждения. Срежешь, и на их месте окажемся мы. Думаю, мы и так окажемся на их месте. О-оу. У тебя есть одна вещь, которая мне нужна. Я не понимаю. Что это такое? Какому целителю? Быстрее, внутрь! Все мы помним эту бойню. Читани эна хищет от э. Шише, аходолжиш. Шише нина охотин. Гобнина шиже, ене бирьиш клэш. Бахиш ахи. Печина на хинил. Вот оно что. Он его брат? Это же был я. Я и есть тот ребенок. Теперь я понимаю. Сэдди, украденный крест, встреча на пароходе. Много лет Нед ждал своего часа. И вот когда уже ничто не в силах было помешать его отмщению, Магрудер догадался. Я пришел, чтобы соединить части креста. Я и понятия не имел. На каждой перекладине по латинской фразе. Похоже, это какая-то карта. Wow. Похоже, Макгрудер уже нашел его. Не может быть, чтобы все оказалось так просто. У него была только половина креста. С алтаря Господня. Не уверен, но вроде между слезами Господними и шпили Града Небесного, когда солнце в закат, узреешь царствие его. Вот оно. Понял, они перепутали. Надо было искать не под шахтой, а над ней. Пригнись! С ума сойти! Скользкий! Ах ты! Вот сволочи! Живой. Вроде живой. Полегче, здоровяк! Эй, пусти! Пусти меня! Ну, перестань! О, боже!
Что, покажешь мне, где это? Или продолжим? Ни за что! Таландец! О, боже! Подожди! Это здесь! Здесь! Это невозможно! Я затопил все шахты в этом секторе! Да проснись ты, наконец, дурень, наверху! Над тобой! Конечно! Наверху! Наверху! Вот сволочь! Голландец! Отвезешь меня обратно к руднику и разыщешь этого молокососа. Что же до этого пройдохи? Парень, я ему сказал. Я все рассказал Магрудеру. У меня не было другого выхода. Он собирался их все отстрелить. Прости меня. Идти можешь? Да, и лучше быстро уходить отсюда. Весь в шрамах, и его индейцы должны объединиться на обратной стороне холма с Клеем Эллисоном. Скажешь им, пусть встретят меня здесь на рассвете. А ты куда? Ты ведь хочешь свои пальцы обратно, а? О, кажется, время грабануть его поезд. Теперь у меня целый поезд. Зашибись. Ребята ждут нас прямо у Макгрудерского рудника. Как мы туда попадем, я не понимаю. Угадай с трех раз. Помогай разводить пары, нам нужно хорошенько разогнаться. Ха-ха. Ты че, парень, совсем ополоумел? Добро пожаловать на борт экспресс «Убей Макгрудера». Следующая станция, конечно. Да, вот это я понимаю. Давно мечтал это сделать. Ничего себе, вы крутые, прыгаете с поезда на полной скорости. А ведь там не меньше 60 км в час было. Кажется, впереди нас ждет финальная схватка. Всю свою жизнь я искал это место. Думаешь, оно стоило всей этой крови? И как у тебя язык повернулся ляпать такое? И при этом ты тоже не в силах оторвать глаз от величия этого зрелища. Обалдеть. Не вижу здесь ничего величественного. Кроме разве что жирного одноглазого урода. Ха, чудится мне голос Неда. Тебе не почудилось. С удовольствием всадил бы тебе пулю прямо в пасть. Но это будет слишком гуманно. Так что, пожалуй, возьму я свой ножичек, да малость тебя пообстругаю. На вроде того, каким способом ты обошелся со Скользким. Но даже это не вернет к жизни ни моих родителей, ни Неда, взрастившего меня как сына. Ты это слышал? Слышал! Прощай, господин майор. Передавай от меня привет сатане. Погоди! Погоди! О, господи! Она рушится! Вернись! Ты же не можешь вот так меня бросить! Получил по заслугам, ублюдок. Вернись сюда! Я тебе хорошо заплачу! Будь ты проклят! Ничего у тебя не выйдет! Ничегошеньки! По делам, подонок. Эх, братишка-индеец. Помог, спас.
Теперь наши отцы могут спать спокойно.